Добрый день. Меня зовут Андрей Нарубин, кайт-школа «Кайт-Ноура». А фотослайды, что вы видите, сделаны нашим фотографом Екатериной Рузаевой. Вы всегда можете спросить у нее ваши фотографии. Мы проводим для вас в этом сезоне экстремальные четверги в паре прогноз погоды. Мы искали для вас самые интересные новости и тему в жизни российского кайта и экстремального спорта. Что же такое экстремальные четверги с командой «Кайт-Ноура»? Это собрание людей по интересам в тематическом заведении, вкусной кухней, приятными напитками и зажигательными спикерами среди длительных экстремальных тем. Как быстро пролетело время, заканчивается первый сезон четвергов, и наша школа уже совсем в скором времени отправляется в свое далекое плавание на Азовские и Черные моря. А пока мы хотим подвести небольшой подыток наших стараний. Благодарим всех выступающих лекторов со своими презентациями на неравнодушные острые темы спорта. Вы украсили вечера будних четвергов многих зрителей заведения «Прогноз погоды». Спасибо нашим слушателям, кто хотя бы раз смог вырваться в наш экстремальный этап. Было очень приятно замечать, что с каждым новым четвергом вас становится все больше и появились новые слушатели. А это значит, что наша команда движется в правильном направлении. Завершающим четвергом у нас станет 19 апреля. Будут выступать не менее интересные гости. Гвоздем программы будет голосование за лучшего выступающего в этом сезоне, и мы объявим самого преданного зрителя наших четвергов. Не пропустите! Всех ждем в прогнозе погоды на Беларуси. Желаем всех ярких эмоций и жаркого лета. Встретимся 19 апреля на экстремальном четверге. С вами был Андрей Нарубин, кайт на ура!